Итак, всем добрый день. Готов у нас очередной проект. Здесь изготавливали, получается, мы самосвал, проводили, точнее, капитальный ремонт. Машина была не евро, то есть полностью она старого образца была. Автомобиль у нас 85-го года выпуска. Переделали полностью все под евро, абсолютно, включая двигатель. Коробка у нас теперь с делителем, двигатель Евро 2 с интеркулером установлен, флянцы на карданах также у нас теперь Евро, естественно, замена пневматики, замена электрики производилась, ремонт ходовой части, ремонт мостов. Автомобиль у нас готов, впереди предстоит обкатка и мы гоним его на установку самосвальной платформы. Самосвальную платформу у нас заказчики выбрали сами, будут устанавливать самостоятельно. Кабину было принято решение оставить от их автомобиля. Она у них свежая. Крылья также вместе с кабиной сказали не трогать. Вот. По кабине она старого образца с круглыми фарами, но она 2019 года выпуска. Так как у нас двигатель теперь с интеркулером, чтобы более-менее смотрелось презентабельно, было решено установить бампер все-таки сюда Евро 2, потому что старый бампер смотрелся бы ужасно. Вот поэтому сейчас автомобиль у нас имеет 4 фары головного освещения. Нижние фары, получается, работают у нас как дневные ходовые огни. А дальним светом можно пользоваться как верхними, так и нижними фарами. Внутреннее убранство кабины мы также не трогали. То есть кабину как сняли с автомобиля, так и установили обратно. То есть здесь все осталось как было. Вот. А так это полноценные 65-115 шасси теперь получилось у нас. Резина также будет меняться на этом автомобиле. Будет устанавливаться сюда резина, ту, которую заказчик привезет. Пока собрали на резине БУ. Ну а в остальном все по стандарту. Холодную завели, дыма нет.